you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to... Так, друзья, значит, сегодня 7 ноября 2021 года. Здравствуйте. Добрый вечер. Да вот, на парковке. А где этот Жуков? Кто-кто? Жуков. Они сегодня выходные, они завтра работают. А вот тут надо акт УДС составить. Видите, знака нету. Где? Вот, знака нет. Солнце выйдет. А, вот здесь? Да. Сейчас все сделаем. Так, друзья, приехали экипаж ДПС, два эвакуатора. Сейчас будем зачищать. Тут знака нету, парковки для инвалидов. Так, эвакуатор понял. Смотри, тут знака нету. Так, это инвалид, наверное, да? Да, давайте по одному. А вот смотрите, нету знака инвалида. Я увидел, да. Спасибо, спасибо. Я увидел, мы передадим это как недостаток. Сейчас сначала эвакуируем. Хорошо? Да. Так, это инвалид. Так, первый пошел. Так, первый пошел на штрафстоянку. А девушка является? Да, есть, да? Да. Так, второй. Поднимаю второго. Так, это инвалид. Там смотри машину, чтоб не зацепил.
Так, водитель пришел. Все, пошел второй на штрафстоянку. На Солярисе и на Пола нету. Не на Солярисе, на Темпе. И на Пола нету значков инвалидов, то на Пола есть номер телефона. А, да не надо сообщать, пусть эвакуируют. Нет, я инспектор чекаю, чтобы его там вызвал этого хозяина. Угу. Так, это инвалиды. Так, на двух инвалиды. Тоже инвалид. Так, это инвалид, знак имеется, тоже инвалид. Так, у этого отсутствует знак инвалида, у этого тоже. Это инвалид, у этого нету. Это тоже инвалид. И у этого нету знака инвалида. Сейчас посмотрим. Сегодня прям поменьше автомобили. Нету знака инвалида. А получается у одного. Там, наверное, штуки два, наверное. Да, у акцента второй. Не является инвалидом. Три автомобиля не являются инвалидом, но это инвалиды. Там есть знак. У этого есть, да? А? У этого есть? У девушки, да, девушки, знак справа. Но там получается три не являются, нету знака. Нет, да. Три. Прямо стоит. Так, ну в общем, друзья, три автомобиля не являются инвалидами. Остальные, значит, со значками инвалида. Но инспекторам надо ехать, значит, на сообщение. Там автомобиль на пожарке эвакуировать, так как мешают проезду. Ну все, друзья, в принципе, показали, что поменьше уже автомобилей на парковке для инвалидов у гипермаркета «Лента». Все, друзья, мини-рейд завершается. Всем до скорой встречи.